Дорогие мои приднестровцы, от всего своего большого грузинского сердца с русским акцентом приветствую и поздравляю трудолюбивый и мужественный, красивый народ Приднестровской Молдавской Республики с завоеванной вами свободой и правом самим решать свою судьбу, свое будущее, будущее своей страны, детей и внуков. Ваши деды, отцы, матери, братья и сестры сделали свой выбор и отстояли ваш красивый край, свою духовность и идентичность. Вы многонациональный, многоконфессиональный народ, чья культура и судьбы переплелись в единую непрерывную цепь и сделали вас единым народом Приднестровья, у которого есть добрая историческая память и которые не отступят от своего выбора. Поздравляю вас с 34-й годовщиной независимости Приднестровской Молдавской Республики. Знаю, что вы хотели сохранить независимость и целостность Молдавии, и поэтому уже 34 года сохраняете в своем названии слово «молдавская». При этом власти Молдавии сами не хотят своей независимости и, не спрашивая у своих народов, готовы ли они потерять свою идентичность и влиться в Румынию. Некогда поддерживающий фашист, они не потерявший свою идентичность и реальную независимость. Все эти годы власти Молдовы и Румынии давят на вас, попирая международные законы и право на самоопределение. Ведут против вас экономическую и политическую войну. Мешают вашему экономическому и социальному развитию, свободному передвижению, логистическим и торговым связям. Но у вас есть сильная и профессиональная власть, избранная народом. Это грамотные и патриотичные люди, которые делают все для того, чтобы в этих сложных условиях ваша прекрасная республика могла жить, процветать и поддерживать свои исторические корни. Вы прогрессируете в развитии и держите стойко и мужественно. Вы любите и развиваете свою республику. 34 года независимости в сложных геополитических условиях только закалили ваш мирный, трудолюбивый народ. Вы сделали свой правильный стратегический вывод партнерства с Россией. Хочу верить, что к 35-й годовщине своей независимости вы оформите свою государственность по усмотрению и волеизлиянию вашего народа. Поздравляю и желаю процветания и прогресса Приднестровской Республики. Удачи вам во всех делах и вашему прекрасному народу Приднестровской Республики. Я славлю Приднестровскую Республику, которая есть, и трижды, которая будет. Россия всегда с вами. С наилучшими пожеланиями, ваш искренний друг, профессор Владимир Хомерики.